И всем привет, ребят, с мистер Вакер, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Мы продолжаем обзор устройств из цветения сакуры. И сегодня вместе с вами мы протестируем устройство, которое называется наковальня на пушку Гром. Если вы ждали этот обзор, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого на структуре в аккаунтике установите мой личный так тег тимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Это одно из немногих устройств, которого у меня нету ни на одном из своих аккаунтов, поэтому мы сегодня находимся на спецаке на моем мега-донате. Что касаемо устройства, то у нас урон с этим устройством становится на 45% больше, крит на 10% больше, шанс крита на 33% больше, радиус крита 12 метров, дальность слабого поражения минус 80, дальность полного поражения минус 80, скорость снаряда минус 50. То есть это устройство, которое работает вроде как на небольшой дистанции, да, хорошо работает на небольшой дистанции. Посмотрим, насколько оно эффективно, посмотрим, насколько оно может давать прибыль, есть ли в нем вес, есть ли в нем интерес и будет ли вообще оно продуктивно смотреться, да. Ну и посмотрим, насколько большое количество как раз таки очков мы с ним сможем заработать. А устройства у меня нету. Прикол нормальный. Нормальный прикол. А где устройство? Может быть, у меня на другом аккаунте устройство. Сейчас перейду на еще один аккаунт. Посмотрим, может, там оно есть. Перешел я на свой другой уже аккаунт, на второй мой специальный ак, потому что я помнил, что это устройство я тестировал, и бам, и устройство на этом аккаунтике у нас есть, а то могло получиться очень быстрая реализация устройства без его вообще, в принципе, да. Берем, конечно же, Гипериона, ну и берем Викинга, Викинга с драйвером, берем вот такую вот интересную комбинацию, ну и посмотрим, что у нас из этого всего теперь получится. Пикаем быстрый бой, никуда в другой режимчик я пикать не хочу и не собираюсь. Ну и посмотрим, что у нас из этого получится. Посмотрим, насколько будет вообще эффективно это устройство. Я, если честно, немножко в предвкушении, потому что я на нем не играл уже довольно-таки давно. И тогда, когда я играл на нем первый раз, оно меня не впечатлило от слова совсем никак, да? Поэтому посмотрим, что сейчас будет с этим устройством. Будет ли оно вообще нагибать и будет ли оно вообще показывать хоть какие-то результаты. А, это кувалда 2.0, да? Я понял. Это кувалда 2.0. 500 урона. То есть урон у нас только в упоре нормальный. На дистанции это устройство не показывает вообще ничего. То есть мне надо играть на ближней дистанции и накидывать урон. С большого расстояния только есть возможность на крит выстрел, да, я так понимаю. О боже, это ужас. Это вообще что такое? Крит 600 урона. 600 урона просто. Но скорость снаряда это просто ужас. 2500. Я как будто я не знаю на чем. На слоу-моушене каком-то играю жестком. 600 урона по бездашному танку в упоре. 100 урона. 600 урона. 1200 урона. 600 урона. 600 урона на сегодняшний момент времени устройство дает. 600 урона в упоре. 600. У меня свака больше 1000 дает стычки через пол карты. 600 урона. Вы чего, ребяточки? Как оно может работать, это устройство? Как оно может что-то вообще показывать? 600 урона. Это же просто жесть. Да ну, не, ну чё это такое? Ну это же не серьезно. Это не серьезно. 600 урона в упоре. Да даже если это по резисту. Ну это же очень мало. У меня смотрите, что со снарядом. Ну это же вообще ужас какой-то. Что это такое? Как его можно реализовать? Как? Каким образом? 100 урона! 100 урона, 600 в упоре, 100 урона на дистанции. Да ну не, это не может быть, что это такое? Что это такое, 680 с плэшом? 80 урона с плэшом. 200 критом, ага, 2500 критом, то есть критом чисто, да? А если у меня крит 40 тысяч лет не выпадает, по 100 урона наносить тогда?
По 100 урона тогда мне наносить, что ли? Или что? 150 урона. 400 урона. 1200 с крита. 100 урона по резисту. С крита 600. В упоре по двоим. С крита 2600. Ну, я, короче, очень сильно расстроен. И, если честно, у меня даже особо желания нету тут играть полную катку. Сейчас попробуем реализовать оверку. Посмотрим, что под овердрайвом у нас будет. Там противник у нас как раз открывается. Ужимаемся. Две. Очень медленно. Очень медленно. Криты только от сплэша. От сплэша криты. Это вот единственное устройство, которое дает криты от сплэша. Но я не знаю, как будто бы это очень мало. 2500. 2100. 6 киллов. За такой период времени. Ну... Ну, критами чисто, расстоянием, дистанции играть. И сплэшом на криты надеяться. Ну, как будто бы... А что я должен? Ну, по 150 урона сначала наносить, потом, чтобы 2500 выдать с одного выстрела. Ну, тогда шанс критического урона должен быть значительно больше, по моей логике. Да, тогда шанс крита чересчур маленький. Тогда, ну, с таким критовым шансом я просто далеко не уеду. Тогда у меня шанс крита должен быть значительно больше, чтобы я мог хоть какой-то вес наносить. Хоть какие-то цифры мог показывать, и чтобы хоть что-то было нормальное с устройством у нас. Да, иначе это просто, ну, супер мало. 300 урона. В упоре 1300, да, но меня в упоре на громе, я играю на громе со сплэш, это сплэш-пушка. Да, то есть у меня сплэш имеется. Я не могу играть в упоре на громе, это не смока какая-то. Здесь меня от упора будет разбирать, да, то есть преимущество этого устройства играть от ближней дистанции. Но как я могу с устройством, вернее не с устройством, а с пушкой, которая наносит сплэш урон себе в упоре, как я могу играть на ближней дистанции с ним? Расскажите мне, пожалуйста, как я должен с ним играть? Играть от критов, которые выпадают крайне редко? Ну, окей, да, 8 киллов у меня за полбоя. Ну вот, все, что я могу здесь сделать. Это все, в принципе. Больше я ничего здесь сделать не могу. Надеяться на какой-то сплэш. Ну, будем пробовать надеяться на какой-то сплэш. Хантер вжимает мне овердрайв, 1200 еще. Наш тиммейт пытается увозить флаг, но его сливают. 8 минут до конца. Ну, пробуем. Пробуем, пробуем. Пробуем что-то сделать. Пробуем прожаться еще. Пробуем вдарить по аудишке. По 200 сплэшом. Еще на носик. Еще сплэш. Еще 2000 урона. Ну, один килл с овердрайва. Как будто неплохо. Как будто контент-результат. 100 урона на дистанции. Нормальный урончик. Как вам? Как вам 100 урона наносить за тычку? Ну, если сравнивать там с вакуумкой, с адаптивкой, да даже с дефолтным громом, я не знаю, мне кажется, дефолтный гром будет наносить намного больше урона, чем эта наковальня. Да, то есть я не понимаю, в чем смысл и в чем прикол такого устройства, если оно 100 урона наносит. 100 урона! 100 урона я наношу! 100! Просто 100 урона! Это вообще ужас! 276! Не, ну это смех какой-то, это просто какой-то смех. Это просто, ну вот скрита две, ну боже. Ну я нанес, вот посчитайте просто, да, в минуту, да, сколько я урона наношу в минуту, да. То есть у меня 4 выстрела по 70 урона, и потом один выстрел на 1200. Ну что это? Что это? Что я должен сделать с этим устройством, чтобы оно мне дало какого-то пресса? Что, взять диктатора, чтобы я под критами наносил урон? Ну, блин, ну у меня же, извините меня, ну криты же не будет у меня частые, да? Ну, то есть, ну что? Что я должен сделать? Как я должен реализовать такое устройство? 100% оно находится не в мете. Даже не то, что не в мете, даже близко к мете не находится. Это очень слабое устройство, прям максимально слабое устройство. Да, и его надо, ну, хотя бы апнуть. Либо чтобы криты были значительно чаще, да, либо чтобы у меня урон хотя бы какой-то летел, либо скорость снаряда хоть чтобы побыстрее была, потому что тут и скорость снаряда медленная, и урон смешной, и работает она только от ближней дистанции, это устройство, то есть, ну, вообще просто, ну, тут все в минусах, просто все глобально в минусах. Да, то есть здесь нет вообще никакого такого плюса в реализации. То есть, ну вот 5, 6, 7, 8 выстрелов я дал, крита у меня нету, 9-й крит, да.
И крит от сплэша. Да, то есть, ну, надеяться на крит от сплэша. Окей, да. Ну вот, крит. Раз крит, да. Теперь, значит, раз выстрел без крита. Два выстрел без крита. Три выстрел критом, да. То есть, ну, крит, окей, хорошо. Раз выстрел без крита. Два выстрел без крита. Третий выстрел, противник уехал. Здесь просто тычка. Раз, крит есть. Да, то есть, ну, здесь надо ловить эти стенки. Очень жестко ловить стенки. Пытаться отыгрывать от этих стенок. Ну, ну, я не вижу в этом пользы. Не вижу в этом интереса. Да, то есть, ну, я могу взять с таким же успехом вакуумку, да. Я возьму вакуумку и буду накидывать урон от стенок. У меня будет урон стычки по 2,5. Да, а здесь я должен ждать крита, чтобы у меня был урон сначала там 500, 300 вот, да. А потом я нанесу урон с крита. Ну, это смешно. Это максимально смешно. И это не знаю, как должно быть реализовано, чтобы оно работало. И чтобы в этом был интересик хоть какой-то. 200 урона. Критом 100 урона. 600 урона, да. Ну, то есть, ну, такое устройство меня только с ума свести может. Все, больше ничего я не вижу. 100 урона. 1000 урона. 1000 урона. 100, 300. Да, боже, ну вы все видите, короче, сами. Вы все видите сами. Вы видите мою реакцию. И вы понимаете, что может сделать это устройство по итогу. Ничего. Да, ну вы поняли, короче. Поэтому как-то так. Остается у нас еще 3 минуты до конца боя. Пробуем еще что-то накидать. Пробуем показать лютый контент. Лютые бабки. 50 урона. 80 урона. 450 урона. 800 урона! Мы растем! Растем, ребяточки! Растем по урончику! Есть контактик! 15 киллов. 3 минутки до конца боя. Ну, попробуем. Давайте еще, может быть, по 50 урончика накидаем какого-нибудь контентика. Здесь у нас где-то противник снизу. Пробуем дать сплэша. 0 урона, 0 урона. Противничек уже притировался. Полетел куда-то дальше. Опа, глушалова. Опа, 80 бабки. Еще добавочка. 600 баблицо. Вкусно. 3 минутки до конца. Пробуем прожать лучший овердрайв на баблишко. Попробуем подраздать грязи. Сейчас запушим правую зоночку и попробуем что-то от этой правой зонки сделать. 6-0. Радует хотя бы, что мы выигрываем и команда у нас тянет. Так, овердрайв на прожатие. 8... 4000 крит! Ой-ой-ой-ой, я догибаю, ребяточки. 4000 скрита. Ой-ой-ой-ой, троих слил под оверкой. Вот это контактик. Вот это нагиб устройства. Вот это, я понимаю, очень сильное устройство. Вот это супер жесткое устройство. Одно из самых сильных устройств, которое есть в этом ивенте, как будто бы прямо сейчас. Да, я не ожидал, ребяточки, я не ожидал просто, что творит это устройство по 4000 урона под овердрайвом. Я целых 3 оппонентов слил под овером. Я считаю, что это лучшая реализация устройства, которая может быть в принципе. Так, ну и что, наш тиммейт ставит флаг? Ставит флаг, и мы выигрываем досрочно бой. Великолепная реализация устройства. Всем советую получать именно его. 19 киллов за бой. Это, ну, практически 50, если взять на 2,5 умножить. Поэтому как-то так. Пишите, что вы думаете по этому устройству. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!